Российская сборная по футболу готовится к первому в современной истории страны четвертьфиналу чемпионата мира. Футболисты уверяют, что уже справились с эмоциями после того, как сумели дотянуть до пенальти в матче с Испанией и победили. Сборная сделала праздник в тот вечер, да, но это уже история. Это уже история, и хочется писать новую историю. Все видят, что это действительно праздник. Я после матча сразу сказал, что действительно нет никакой эйфории или там пустых слов. Право на выход в полуфинал у российской сборной будет оспаривать команда Хорватии. После победы над Данией хорваты ожидают непростой встречи с хозяевами турнира. Это будет трудный матч. Они играют дома в окружении своих болельщиков. Это прекрасная команда. Они играют очень хорошо. И нам, конечно, будет тяжело. В Кремле признали, что не ожидали выхода российской сборной в четвертьфинал. Победу хорватов тренер сборной Златко Далич объяснял тем, что они старались победить, а не показывать красивый футбол.